Дорогие мои друзья, подписчики моего канала, просто гости, всем привет! Снова я с вами, давно я не выставлял видео, наверное, уже месяцев 7 прошло. Наконец-то я решился сделать новое видео. Многие спрашивали, где я, куда я потерялся. Нет, я не потерялся, я здесь. Просто не было подходящего материала. Я ездил несколько раз, чтобы купить потерянные посылки, но был один хлам, барахло, не хотелось ничего покупать, потому что ничего не нравилось, вот. Но сейчас недалеко от нас открылся новый магазин, буквально, наверное, в конце января, может, пару недель назад или неделю назад открылся новый магазин, где продают потерянные посылки. Они начинают продавать с четверга, это по 14 долларов в четверг, получается. О, я извиняюсь, получается 14 долларов они продают в пятницу 14 долларов, а в субботу они начинают по 10 долларов, в воскресенье там уже 7 долларов, в понедельник 5, а во вторник 3, а в среду доллар и в четверг по 25 центов. Я был в воскресенье, когда было по 7 долларов, я скажу, народу очень много. Народу много, что аж такое чувство, что, знаете, как люди голодные, бросаются на все подряд. Может, потому что он новый магазин, а может быть, потому что мы живем в большом городе и очень много народу. Вот. Был я там, купил пару вещей, хорошие вещи. Также заходил, когда было по доллару. Это было, по-моему, в среду. Вот. Очень много мелких вещей. Сейчас хочу поехать туда и по 10 долларов хочу поехать к открытию. Они открываются в 9 часов. Сейчас время 8:35. И посмотреть, что там можно купить. Также я на этой неделе, во вторник, я ездил в магазин, там, где продают палеты. Палеты, где вот это покупают Света и Владимир с канала Funny Four. Вот, и поехал я туда на траке, думал, что-то куплю. Кстати, встретил я Владимира, его жену. Привет вам, если вы смотрите мое видео. Мы поговорили, очень приятные люди. Купил я палету одну, за 850 долларов, где очень много вещей. Ну, не стал я делать видео, потому что очень много там всего мелких вещей. Есть хорошие, несколько хороших вещей, да. Но очень много, там, наверное, не знаю, 500, 600, очень много мелких вещей, много повторяющихся. Не стал я делать видео, потому что получилось бы очень скучное видео. Вот, но я знаю, что мой сын, он хочет продавать это на eBay. И я надеюсь, что он вернет те деньги и заработает еще больше, чем я потратил. Но не, как я уже сказал, я не захотел ставить видео. Вот сейчас мы поедем в этот магазин и постараемся купить по 10 долларов какие-то хорошие вещи. Спасибо еще раз, что вы здесь. Подписывайтесь, кто не подписался. Следите за новыми видео. Давайте, все, вперед! К магазину. Вау, если вы видите, вот уже сколько народу здесь стоит. Ничего себе. Вот это видите, сколько народу здесь уже стоит. Вау, все идут за этими посылками. Это вот магазин. Это столько людей здесь. Вау. Вот, открыли магазин, сделали объявление.
чтобы не дрались, чтобы вели себя хорошо и пожелали, чтобы нашли, кажется, свое сокровище здесь. Такой здесь огромный магазин. Короче, базар базаром. Народу очень много. И это то, что сегодня по 10 долларов. Люди метут все подряд. Просто, как с голодного края, посмотрите. Пробыл я в магазине где-то полтора часа. Народу очень много, как вы видели. Народ прям, и как уже говорил, с голодного края. Хватают все подряд. Получилось мне взять 13 вещей. По 10 долларов, заплатил я 139 долларов с налогами. Старался выбирать те вещи, которые очень много было видно, что это. Старался брать те, что могли бы пригодиться в доме или можно было бы перепродать. Сейчас приедем домой, я буду открывать, буду вам показывать и будем смотреть, сколько я сэкономил денег, если бы я покупал бы их в обыкновенном магазине или на Амазоне там, или еще где-то за полную цену. Не переключайтесь. Ну что, друзья, начнем распаковку. И начнем мы вот с такой коробки. Она была открыта, я ее сразу приметил. Здесь находится вот таких вот 6 бутылочек. Что это значит? Это для лица и для тела. Наверное, чтобы убирать, когда тело вот маслянистое, красное, что-то вот с кожей что-то случилось. Я так понял, что это вещество, оно помогает, написано, помощь номер один вот в этих проблемах, которые есть. Сейчас я посмотрю, сколько это стоит и сколько мы сэкономили, купив вот это вещество. Напомню, что я купил все по 10 долларов, купил 13 разных вещей. И вот эта вот жидкость на Амазоне, она продается сейчас за 21 доллар. Конечно, плюс налоги. Купили за 10, то есть мы сэкономили 11 долларов. То есть я уже посмотрел в магазине, сколько это стоит, выгодно ли это брать или нет. Потому что это пригодится в семье. 21 доллар, экономия 11 долларов. Дальше вот конструктор Лего. Конструктор Лего, он всегда держится в цене. Что здесь находится? Это называется Advent Calendar. Обычно такие продаются перед Рождеством. То есть, что здесь находится? Здесь находится 24 подарка. То есть, 24 маленьких лего. Обычно, начиная с 1 декабря, ребенок открывает по одной штучке и собирает такие вот лего-фигурки. Вот, их здесь, как я уже показал, их здесь 24 должно находиться. Вот они как выглядят. Вот. Коробка была открытая, но здесь... сейчас посмотрю, сколько... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Здесь 23, одного не хватает, но... Небольшая беда. Сейчас посмотрим, сколько это стоит.
На Амазоне сейчас такой набор продается за 18,99, то есть $19. И это с учетом 46% скидка, так как уже Рождество прошло. Сейчас продается по скидке, но до Рождества, перед праздниками, такой набор продавался за $34.99, $35. Ну, запишем $18.99. Так, дальше. Дальше вот такая коробка. Она была немножко приоткрыта, я ее посмотрел. Что там находится. Я даже не раздумывая ее взял. Сейчас мы ее вскроем. В ней находится очень много завернутых каких-то штучек. Вот видите, она в таком, как пенопласт или поролон, что это, упакованы каждая штучка. Что в ней находится? В ней находятся вот такие вот стеклянные вазочки маленькие. Я сразу понял, что такие вазочки могут пригодиться в доме. Там можно цветочки ставить, там, ну, женщины всегда найдут, для чего использовать. Здесь их, сейчас посмотрю, сколько их здесь. Здесь их 11 штук. Ну, наверное, было бы 12, потому что коробка была открыта. 11 таких вот маленьких, красивых стеклянных ваз. Сейчас посмотрим, сколько это стоит на Амазоне. Да, и я был прав. Нашел я точно такие на Амазоне. Их 12 в комплекте, 12 вазочек. Продаются они за $32.95. И получается, что мы здесь на этом комплекте сэкономили $22.95, $23. Следующий вот такой набор игрушек. Здесь для возраста от 3 и выше. Здесь труба и саксофон. И я так понял. Это игрушки, как вот по набору написано, что можно, они издают звуки, можно играть. Я удивлен в том, что этот набор, эти игрушки сделаны не в Китае, а написано, сделано в Италии. Очень даже интересно. Вот. Сейчас мы попробуем, работают они или нет. Все, как знаете, наверное, я трубач. То, что связано с трубой, для меня это всегда увлекает. Очень хорошо для детей вырабатывать, вот работать с легкими, вот когда дуешь, да, вот разрабатываются легкие, это очень полезно. И попробуем мы саксофон. Тяжеловато дуть. Но здесь написано, какие мелодии. Вот, например, Jingle Bells, Twinkle Twinkle, Little Star и другие рождественские мелодии. Как играть и как играть на этих инструментах, какие кнопки нажимать. Очень хорошая штука. Сейчас посмотрим, сколько это стоит в магазине, если бы мы это покупали. Нашел я на Амазоне, этот набор стоит $35 ровно. Купили, как я уже сказал, за $10, то есть экономия здесь $25. Честно скажу, за $35 я бы такой никогда не покупал, это слишком дорого, но $10 это хорошее предложение. Дальше вот такая коробка. Я ее не открывал, потому что на ней уже, наверное, и вам понятно, что находится. Вот, но я сейчас открою. И мы посмотрим с вами, что это. Здесь у нас находятся вешалки.
вешалки для вещей. Тут их 50 штук. Вот, сейчас я открою и покажу вам. Вот такие вот вешалки. Пластмассовые. Они в семье всегда пригодятся. Особенно вот такие. Они часто ломаются, быстро ломаются. И 50 штук, это хватит их надолго. Жена будет довольна. Так как недавно она говорила, что нужны вешалки. Сейчас посмотрим, сколько они стоят в магазине. Нашел вот на Амазоне. Они набор 50 пластиковых вешалок стоит 27,99, 28 долларов или 56 центов за одну вешалку. Экономия 18 долларов, очень неплохо, потому что рано или поздно нужно было покупать для семьи, для дома вот такие вешалки. Так, дальше. Дальше вот коробочка с игрушками, с детскими игрушками. Машинки такие, я смотрю, они предназначены для от 3 лет и больше. И сделал очень хорошего качества, я скажу. Вот сами машинки сделаны из металла. Только кузов там и все сделаны из пластмассы. Вот такой вот набор. И еще здесь дается... В наборе еще даются такие вот дорожные знаки, которые отрываются. И еще что дается, вот такая вот... Такая вот как бы... Как его можно назвать? Коврик такой, чтобы ребенок мог стелить на пол и эти машинки катать по дорогам, ставить дорожные знаки. И, кстати, это очень хорошая игрушка. У кого есть дети, вы знаете, что дети очень заинтересовываются, чтобы играть. Лучше дети, чтобы играли в эти игрушки, чем сидели на всяких гаджетах и смотрели там фильмы и мультфильмы постоянно или играли в компьютерные игры. Сейчас посмотрим, сколько это стоит. Вот нашел я на Амазоне точно такой же набор. Он оригинально он стоил 40 долларов. Сейчас он на скидке, 43% скидка. Очень удивительно. И продается он за 22,99. 6700 отзывов об этой игрушке. То есть, видно, людям нравится. Из 5 это 4 звезды. То есть, 4 звездочки, почти 7000 отзывов, это очень даже неплохо. 23 доллара. Так, дальше. Дальше у нас такая коробка. В ней, она была там открыта, конечно, я уже посмотрел. В ней вот такие вот стаканы. 6 стаканов. Стеклянных. Очень хороший размер. Для дома всегда пригодятся. Наверняка у каждого в доме есть такие наподобие стаканы, и они часто бьются. По каким-то причинам они разбиваются, и поэтому они всегда нужны. Сейчас посмотрим, сколько это стоит. Нашел я точно такой сет, точно такой же набор. Сейчас он продается на распродаже за 27 долларов 85 центов, ну скажем 28 долларов. И это итальянское стекло. 4,5 звездочки отзывов. Это 6200 отзывов и 4,5 звезды из 5. То есть 4 доллара 64 центов за стакан. 27 долларов 85 центов. Очень хорошее приобретение. И уже, наверное, как догадались, что это пригодится. Следующее. Вот лежал такой бумбокс. То есть портативный CD, MP3, радиоплеер. Ну, сейчас мы живем в такое время, что мало кто пользуется вот такими вот магнитолами. Ну, за 10 долларов почему бы не взять? И я думаю, что он стоит намного дороже, чем 10 долларов. И есть очень много дисков. Можно, сейчас я открою и посмотрим. Он, видно, новый. Вот такая магнитола, очень маленькая.
работает как от батареи, так и от электричества. А есть также радио. Вот такая вот. А здесь, если видите, здесь две колонки, здесь колонка, здесь колонка. А можно подключать сюда наушники, подключать проводом auxiliary провод. Можно также USB, если есть музыка на USB карточке, подключать сюда. Вот, сейчас попробуем подключить и проверить, работает он или нет. Вот я подключил к розетке. Сейчас мы включим его. Работает, радио работает. Я думаю, что и диск будет работать. То есть вещь работает, и это очень выгодная покупка. Сейчас посмотрим, сколько стоит такая магнитола в магазине. Сейчас в наличии на Амазоне есть точно такая же. Она со скидкой 15%. Написано, что самая низкая цена за последние 30 дней. И цена ее $37.23. Оригинальная цена была $43. $43.80. Вот. Очень выгодная покупка. Как мы уже помним, мы взяли ее за $10. Экономия $27. Так, дальше. Дальше у нас коробочка. Посмотрим, что в ней. Так, в этой коробке у нас находится очень много ручек для кухонных шкафов. Или не обязательно кухонных, можно и обыкновенных обыкновенных шкафов или в туалете. В ванне. Вот такие вот ручки, очень красивые. Они идут с наборами шурупов. Вот такие вот. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. Нашел я на Амазоне. Это набор 25 ручек. Цена, вы удивитесь, цена за нее $36.99. $37 за такой набор. Но как я его видел в магазине, я сразу же взял, потому что как раз мы планировали делать небольшой ремонт, и эти ручки можно заменить на старые. Можно старые заменить, то есть на эти, на новые, то есть старые заменить, да. Очень, очень хорошая находка. Так, у нас еще осталось несколько вещей. Вот она коробка, я ее не открывал, она запечатана. Сейчас мы ее с вами откроем и посмотрим, что здесь находится. Оу, не поверите. Здесь находятся керамические чашки. 4 чашки. Сейчас я их вытащу. Вот такие вот. А одна немножко вот покоцана. Вот она немножко. Но ничего страшного, она... Главное, что она не дырявая. Вот такие вот. Очень красивые. И как, ну, чашки всегда в семье, в доме пригодятся. Сейчас посмотрим, сколько это стоит. Вау! Не думал, что они такие будут дорогие. Нашел я точно такой же набор на Амазоне. Стоит $32.99. То есть $33 за чашку. За 30 за набор. То есть чашка одна $8.25. Но так как одна чашка у нас немножко вот покоцана, вот вы видите, да,
дадим мы, не знаю, 8,25, 32,99 минус 8,25. То есть дадим как за 3 чашки. 24,75. Дальше. Дальше вот повстречался мне вот такая вот. Вот такая вот книга, ну, типа книжечки. Это для Рождества написано, ну, она сделана, наверное, как написано Holy Night, Святая Ночь. Вот. Я тут вставляется батарейка, я сейчас найду батарейки, вставлю, посмотрю, как работает она, если работает. Вставил я батарейки, давайте посмотрим, работает она или нет. Видите, работает. Очень красиво. Играет рождественская музыка. Также я смотрю, здесь есть выход. Наверное, можно подключать блок питания, чтобы работал от сети. И давайте посмотрим, сколько же такая стоит в магазине. Вау, ребята! А такая штука стоит $56.34. Вау! То есть, купив ее, сэкономили $46. За $56 никогда бы не купил. Но за $10 это просто находка, это клад. Так, дальше у нас. Дальше у нас вот такая коробочка. А, ну, тут уже было понятно. Вот вы, наверное, видите и сами догадались, что здесь лежит. Сейчас посмотрим. Видно, никогда это не распаковывалось. Надеюсь. Это халат, мужской халат. Мужской банный халат. Во. Вот такой вот есть здесь капюшон, такого большого размера, в принципе, такой пригодится. Вот, посмотрим сейчас, сколько он стоит на Амазоне. А, нашел я, стоит он на Амазоне за $24.99, то есть $25. А, за $25 я бы такой вряд ли купил, но за $10 это находка. И остается у нас последняя находка. Сейчас посмотрим, что там у нас. И у нас здесь это просто клад. Я вам, знаете, я вам скажу, эту вещь не я нашел. Эту вещь нашла какая-то женщина. И она стояла там перед тем, как пойти в кассу. Она решала, брать или не брать. И она мне спросила, ты это хочешь? И я глянул, сказал, да, хочу. А потом я расскажу, почему я ее взял. Смотрите. Это набор такой для... То есть не набор, а такие специальные штаны для того, чтобы заходить в воду. Сейчас одену и посмотрим. Вот как он выглядит. Сейчас я встану. Вот смотрите. Очень-очень удобное, но единственное, что размер не мой. Этот там, где обувь очень жмет, это видно на 1-2 размера меньше, чем мне нужен. Но, кстати, очень хорошая штука. И сейчас посмотрим, сколько она стоит, если бы ее покупать. Нашел я на Амазоне. Такая вещь стоит $90. 89,99. $90. То есть, получается, я
купив за 10 долларов, это огромная экономия. То есть реально, то есть я очень доволен. И запишем. А сейчас я посчитаю, сколько мне бы пришлось потратить денег, чтобы купить вот эти 13 вещей, если бы я пошел в магазин их покупал. И посмотрим, сколько я сэкономил. И получается, если бы я это покупал в магазине, я бы заплатил бы 456 долларов плюс налог. С налогом получается где-то 490 долларов. Я это заплатил, купил это за 139 долларов с копейками с учетом налога. То есть 10 по 13, 13 по 10, 130 плюс 9 долларов налог. Получается очень хорошая выгода. Я очень доволен этой покупкой. Многие вещи будут использованы. Я думаю, что они все будут использованы. Вот. И всем спасибо за ваш просмотр. Спасибо, что вы были со мной. Пожалуйста, кто еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки. Вот. И всем большое спасибо, что вы заходите на мой канал. Я еще раз извиняюсь, что не так часто получается ставить видео. Не хочется ставить видео с открытием посылок, которые барахло. Очень много плохих вещей. Поэтому всем счастливо. Благослови всех Бог, чтобы у всех было хорошо, чтобы у всех был мир, чтобы все были здоровы, не болели. Всего вам самого хорошего и до следующего раза. Пока-пока. Ah.